Давайте вернемся к финальному матчу на сегодня. Долгий затяжной день. Команда Complexity против команды Void Boys. Американский дивизион. Только что Complexity наказали Void Boys. Все у них получилось, и получилось довольно-таки хорошо. Void Boys на данной стадии решили какую-то страту да все-таки организовать. Магнус от Void Boys. Сюда же Witch Doctor, Тролль, Варлорд и Clockwork. Vengeful Spirit на саппорте. Мид для команды Complexity. Медуза, Визаж, Дроу Рейнджер, также Леон и Кентавр. Просто бегут и просто под... Просто бегут и под третьим скиллом дровки разваливают всех и вся. Медуза, Визаж, Дроу Рейнджер, Леон — это рейнджевики. Вы об этом прекрасно знаете. И прекрасно знаете, что происходит под бафом Дроу Рейнджер. Плюс здесь еще возьмем сюда двух, а в идеале трех фамильяров от Скьюи. Скьюи вообще прошлую игру отыграл как боженька, это было действительно приятно смотреть. Рубик развалил всех и вся, у Рубика все получилось. Ну и давайте сразу по персонажам. Сфрик у нас играет на Леоне, Аннигилейт играет у нас на... Кентавре. Дальше по персонажам. А Скью играет на Визаже, Зизи Дота на Дроу Рейнджер, ну и Свиндли Меланс играет на Медузе. Со стороны команды Void Boys. Vengeful Spirit от Флая. Омега Паунер играет на Witch Doctor, Мерси Плис играет на Клокверке, Пэт Сол на Тролль Варлорде и Биан играет на Магнусе. В общем-то, никаких новых персонажей для... Новых людей нет. Пэт Сол играет у нас на керри. Мидер. Мидер у нас Биян на Магнусе. Тоже ничего особенного. Мерси Плиз на Клокверке с Сигарой. Хо-хо. Клок с Сигарой. Кто бы мог подумать. Рарная маска на Клока. Мерси Плиз отправился в лес. Здесь завардил. Ну, опять же, чтобы его просто не гангали. Зизи Дота играет на фармящем Дроу Рейнджер. Ему помогает Сфрик. Ну и также помогает Stand-in Skewie. Постоянный шоу-тайм. Аннигилейт стоит, танцует под... Давайте посмотрим, а чё? Весело. У нас на данный момент 22-30 сет. Плюс 1 Киев, плюс 2 Москва. А в Америке немного меньше. Никто у них не хочет спать, все у них в порядке, можно потанцевать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Напомню еще раз, это Joint Dota, MLG Pro League, американский дивизион. Complexity Gaming против команды Void Boys. Первая игра закончилась в пользу команды Complexity. Void Boys толком ничего не снесли, снесли один тавер на топе, больше ничего. Так, у нас здесь Mercy Please. Крипов стопит, и получается это у него более чем хорошо. Одного отправил, но это должен скоро рассыпаться. Хотя, конечно, в идеале надо бы всех забрать. Но постепенно будут подходить. Mercy Please даже не планирует на лайн выходить. Здесь есть Фрик с подкопом. Здесь скоро появится Хекс. Фрик, кстати, со старта купил Boots of Speed. Ну, саппорт. Саппорт, которому надо цеплять. Move Speed для него одно из главных вещей. Так, так, так. Это все менять. Это все менять. Давайте посмотрим Skewie. Ну, давайте классический интерфейс выбираем. Не будем мучиться ни с чем, что нам Valve предлагают. Так, Mercy Please здесь пошел подкоп от Сфрика. Ну, просто харас. Обычный харас от Леона. Будут стараться настреливать у нас Mercy Please. Плюс здесь еще Дроу Рейнджер прокачала Frost Arrows. Значит, никакого скади на Дроу Рейнджер, ну, хочется мне верить, мы не увидим. Раз имеется Frost Arrows, так обычно. Две из трех дровки собирают скади, это вообще полный разрыв шаблона. В это время Медуза на миде стоит против Магнуса. У Магнуса 9 на 1, у Медузы 8 на 2. Биян уже с банкой, Медуза, скорее всего, банку эту себе иметь не будет. Смысла в этом толком никакого нет. Кентавр тем временем... где наш Кент, кстати?
Кент просто стоит на руне. Кент стоит на руне, со сложной он отправился посмотреть, что там появилось на второй, на третьей минуте. И оставил одного Пэт Соула. Пэт Соул 9 на 6. У него крипстат на третьем, даже на четвертом месте. Омега Паунер тем временем занимается отводом крипов. Здесь даблстаки бомжовских крипов. Ну и сейчас, я думаю, вся пачка крипов должна развалиться, которая идет на лайн. Флай тоже ходит по лесу. Ничего интересного не происходит. Но здесь Аннигилейта видит. Флай начинает настреливать. Второй левел у Кентавра. Пока что по крипам полный провал. 1-0. Биян на миде 14 на 2. Ну, и здесь в итоге Пэт Соул уже выходит в топ 18 на 6. У Дроу Рейнджер та же история, только 17. Зизи Дота уже имеет Boots of Speed. Есть у него Rise Band. Ну, я думаю, Rise Band можно затариться. Дальше под ультой, под... Так, куда у нас Дроу Рейнджер? Чего она так сильно проседает? Ну, это от крипов оказывается. У Зизи Дота с руки уже 72. Пока что только вторая аура. И плюсики никто не качал. Но здесь скоро появится ульта. И там вопросы по дэмэджу больше касаться Дроу Рейнджер не будут. У Визажа в лесу третий левел с Кьюи. А чем занимается Скьюи? Скьюи здесь делает мультиспауны, насколько я понимаю. Да, Скьюи вводит крипов на лайн. Ну, смотрим. Вуаля, появились еще крипы. 0-0. По-прежнему никакого фрага ни от одного из команд не было. Мега Паунер нажимает у нас на паузу. А Мега Паунер в прошлой катке играл на аппарате. В общем-то, все делал хорошо. Правда, его команда полностью втерпела. Так-то один аппарат игру выиграть не может. Медуза тоже оказалась бесполезной. Вроде бы фармила-фармила, а по факту... ничего она сделать не смогла. Ни снайперу, ни кто-то там еще был, толком не помню. Да и Рубику ничего Медуза сделать не могла, когда тот под праймал сплитом зашел и развалил нижний лайн. 0-0 счет. 25 на 8 впереди. Пэт Соул. Зизи Дота на втором месте по крипам. 23 на 8. Графики, пожалуйста. Экспириенс в 0. Деньги 300. Скучно. Но давайте смотреть, кто во что оделся. Может... хоть это будет повеселее. Так, у нас рарный сет на Медузу. Рарный лук. Где ты, Медуза? Вот такой рарный лук. Хорошо. Дальше по списку. Дроу Рейнджер. Что имеется? Анкамоновский лук. Ну, тут какие-то наряды слегка бомжовые. Ну, правда, мифический плащ у нас на дровке. Это уже лучше. Зизи Дота пошел по Мерси Плис настреливать. Тоже два удара просто отогнать от крипов, чтобы тот не подходил, не получал экспириенс. Так Зизи Дота по фарму, в общем-то, контролирует ситуацию целиком и полностью. Нет, не целиком и не полностью. Дроу Рейнджер потеряла машинку, не смогла ее забрать. Машина убивает машин. Дроу Рейнджер в это время смотрит. Нигилейт вообще прирос к этой точке, он никуда не ходит. Он просто стоит здесь. Почему? Как? Кто мне что объяснит вообще? То ли он АФК, то ли что случилось? Я как не переключу, Кентавр стоит в лесу и смотрит вдаль. Почему? Зачем? Непонятно. Все, отправился Кентавр у нас наконец-то на лайн обратно. Зачем он здесь стоял на протяжении 20 минуты? Да и вообще каждую минуту из 5 я переключался на топ. Все время стоит Аннигилейт там. Третий левел кое-как насуетил, ну и все. И пошел там стоять в елках. Что он себе думал? Что вообще Кентавру думается посреди елок? Я даже не хочу знать. Слишком философские вопросы. У тролля 6-й левел появился, у дровки... у дровки тоже. Вот-вот капнул 6-й левел. Вот вам, пожалуйста, 141 с руки. У Дроу Рейнджер один несчастный Rise Band и один Power Threads. Ну, один, больше одного Power Threads, понятно, что нет смысла покупать.
Ну, я просто объясняю вам. Rise Band. Ну, хотя, с другой стороны, кому я вообще что объясняю? Draw Ranger всегда славилась невероятно огромным количеством дэмэджа. Fly у нас со скью и решил подраться. Здесь есть Бьян, у Бьяна нет ульты. Развалили у нас визажа. First Blood для команды Complexity. Точнее, First Blood для команды Void Boys, конечно. Дабл килл от Бьяна. У Бьяна 1400 на руках, еще и рунка по золоту прокнула. Все хорошо. 1500. Возможно, дагер будет минутен на 10-й. И тогда посмотрим, как команда Complexity будет себя чувствовать. Бьян, в общем-то, парень скилловой. Там проблем с Reverse Polarity быть не должно. Зизи Дота начинает настреливать по Mercy Please. Не нарывается на Коги, не нарывается на Батарея Саут. Но опять же здесь есть Гаст, тот же можно... Всегда будет развалить у нас Клокок, если тот вдруг начнет агрессивно себя вести. У Зизи Дота 7 левел. Пошел цеплять Mercy Please, сюда прилетает. Сразу же Fly прилетает сюда Бьян. Готовы справляться с Draw Ranger. Понимает она прекрасно, что нет на лайнах игроков, значит где-то близко они. У Винги второй левел. Достать, наверное, не получится станом. На скьюре у нас Бьян подходит. Сразу же гаст в лицо, сразу по двоим. Ну, Флай не может догнать. У него скорость движения 345. У дровки 350. То есть даже по факту, если бежать вровень, никаким образом цеплять нельзя. Там, если где-то еще приостановиться, если дров имеет хоть какую-то фору, понятное дело, что она убегает от своих преследователей. ВД отправился фармить на мид. Вот такие дела. Бьян возвращается, прогнал с мида Вич-доктора. Купил себе арканы. 920 на руках имеется, есть банка. На сложной. У Анигилейта уже 5-й левел, есть транквилы. Только что прилетели у Пэт Соло. 900 на руках, фейсбутс имеется, Мордип Маск тоже имеется. Тролль чувствует себя... Очень комфортно, он на втором месте по крипстату. На первом месте у нас Медуза, на которой играет Пэт... А нет, Свин Де Меланс играет на Медузе на этот раз. В тот раз играл Пэт Сол за команду Void Boys. У Бьяна 1250 на руках уже имеется, Reverse Polarity имеется. Все, в общем-то, у Бьяна есть. Также Shockwave Maxed, Skewer, ну и в один Empower. Все нормально, можно драться. 0-2 счет. 8 минут 30 секунд позади. Кентавр опять у нас завтыкал. Но здесь я хотя бы понимаю, почему Кентавр завтыкал. Но почему Кентавр на этой точке стоял и смотрел в никуда? Это, конечно, вопрос. Здесь, конечно, дело, понятное дело, будет заниматься стаками эншентов. Все это для Медузы. В прошлый раз тоже команда Radiant, команда Void Boys столько всего настакала для Медузы. И по факту не получилось. Никто не появился. 9-я минута пришла. Стаки не состоялись. Все настакали для Медузы. В итоге команда Complexity просто тимфарм устроила на эншентах. Пришли, развалили всех вместе с крипами Чена. Да со всеми вообще, кто только мог быть. Всем селом убили эншентов. Бедная Медуза осталась без фарма. В итоге ничего по факту и не вынесла. У нас уже крик от Флая пошел. 3-й левел Флай. Флай при этом позволяет себе быковать. Очень серьезно. Ну что собирать нужно команде Void Boys, чтобы эту катку как-то переворачивать? Разумеется, нужен дагер для Бьяна. У Клокверка тоже что-то надо по типу Blade Mail или хотя бы... Хотя бы Аганим. Хотя бы Blade Mail. Ну в идеале лучше бы Аганим. Потому что как сражаться против визажа Draw Ranger, да и вообще всех? Я думаю, что Клоку, конечно, нужно бы в идеале в Crimson Guard выйти, чтобы как-то обезопасить свою команду. Или кому-то это из игроков сделать. Но кто это, кроме Клокверка, будет делать, пока что не понимаю. У Клока, опять же, весьма проблематично все по деньгам. Так, Курьер уже у нас для Бьяна несет дагер. Мидер команды ВБ отстоял на ура. Ну, дагер будет уже на базе. Без банки, по-моему, у нас Бьян. Нет, Бьян не без банки. У Бьяна имеется помимо банки Аркан Бутсы и Блинк Дагер. Все это на 10-й, на 11-й минуте. По-моему, Магнус очень здорово отстоял. 64 по крипстатам. Влетает у нас сюда Бьян и готов
цеплять того, кто собирается на Т1. Единственная проблема в том, что на Т1 никто не собирается. Фамильярами все прочекали, просветили. Никто с Бьяном драться не будет. Никому это вообще не интересно, не нужно. Ладно, Пэт Сол заходит у нас на Рошана. Под медальоном Рошан должен быстро упасть. Батл Транс проют в зале через Мили Топоры, через Берсеркерс Рейдж. Еще и под эмпауэром у нас тролль, у тролля по дэмэджу видим все прекрасно. Количество дэмэджа большое, скорость атаки большая. Так, фамильяров надо забрать. Фамильяры садятся. Рошан здесь начинает наваливать, фамильяры взлетят и, возможно, получится забрать команду ВБ. Где у нас кентавр? Кентавр дотикал от Вич-доктора. Омега Паунер вкастовал в него весь дезвард. Ну что, здесь у нас будет драка или нет? Да нет, какая вообще драка? Команда комплексити вроде бы хорошо себя чувствует относительно, но опять же по счету 3-0. ВБ должны вести. Нет, ВБ не ведут. Комплексити лучше фармят. ВБ выигрывает 3-0 по счету, но по факту, хотя и Таура не потеряли. Я не понимаю на самом деле, откуда фарм у команды комплексити. Void Boys по экспириенсу тоже на 1500 проигрывают. Комплексити реально впереди. Ну, что-то действительно команда комплексити делает лучше. Давайте глянем на творцы. Вот в чем дело. 7000 у нас у Медузы. 6000 у тролля и 5800 у Магнуса. 5200 также на руках у Зизи Дота. Зизи Дота пошел через Мом, через два Райсбенда. Ну, один из них сейчас в Аквилу превратится. Втроем выходит команда Void Boys на нижний тауэр. Дефать остался один с Кьюи, но с Кьюи решил уйти отсюда. Не хочет он здесь ни с кем сражаться. С Кьюи улетает. Прайв зале у нас стампит. За кем у нас погоня? Дроу Рейнджер рассыпается под Эзвардом. Ну, здесь Магнус бегает у нас на хосте. Зацепил Анигилейт. Это будет, скорее всего, на Скьюри увозить его. Хотя, да, до Скьюри еще очень долго. Флази сразу четверых стомпом останавливает. Погоня за ним продолжается. Ну, здесь Анигилейт, скорее всего, приехал. Скьюри в лицо и... Клокверк забирает данный фраг. 2 в 0 подрались. 5 в 0. Команда Void Boys впереди. По золоту наконец-то они вышли вперед. По экспириенсу еще немножко и восстановят баланс. Медуза на данный момент уже практически имеет Манта Стайл. Сейчас убивает эту пачку крипов, и Манта Стайл у Медузы есть. Сплитшот, промакшен, Мистик Снейк промакшен. Ну и Мана Шилд тоже практически в максимум. Стонгейс первый здесь, ну, понятное дело, что можно им пожертвовать. Тут есть поважнее скиллы. Так, что за музычка началась? Что за паника вообще? Что это за музыка и что происходит? Ничего, все, музыка закончилась. Странно. Что вообще там происходило? Такого важного, что Дота решила нагнать немного страху через барабаны, через какие-то ударные биты, вообще все, что там, ну вы знаете, прекрасно, музыкальное сопровождение Доты. Немножко хоррора и инфернальной музыки. В общем-то, оказалось это все бессмысленно. По 0 по экспириенсу, по золоту тоже чуть менее чем 0. Чуть менее 300 впереди команда Complexity. Зизи Дота мог бы здесь встретиться сразу с тройкой игроков. Флая видит. Видит здесь Пэт Соло. Ну, Пэт Соло разваливает у нас Зизи Дота. 0-7. Комплексити сыпятся и сыпятся с серьезным треском. Медуза еще ни в одном файте не участвовала. 0-0-0 у нее. КДА, крипстат 134.
Медуза тоже по нетворсу на первом месте. 9200 у нее против 7200 от Пэт Соло, который фармил все это время. Вич Доктор еще забирает у нас визажа. Где это происходит? На топ-лайне. Вич Доктор вообще разошелся. Просто нон-стоп через Дезвард. Двоих уже у нас разбирает Вич Доктор в соло. И еще троим игрокам своей команды просаппортил. Что-то еще и упало. Я слышал, Radiant Tower has fallen. Нет. А где Radiant Tower has fallen? Только-только снесли мид. Странно, 16 минут. Так, у нас Annihilate проседает по хп. Но это все... это все ради благого дела. Он там просто зверей бьет в лесу. У Медузы должно уже быть Манта Стайл. Нет, Медуза отправилась сразу же в Eye of Skadi. Решил у нас Свиндл Меланс. Решил идти сразу в Скади. Манта Стайл для лохов. В общем-то, понятно, если дают фармить, а ему дают фармить. Мы видим, он первое место занимает по фарму на карте за 17 минут. Практически 10 тысяч. Это действительно хорошо. 559 в секунду. Так, в минуту точнее. Леон у нас погибает. Mercy Please забирает еще один фраг. 9-0. На что рассчитывает команда Complexity? Не понимаю. На Скади у Медузы? Что Скади от Медузы даст? Что вообще Медузе даст Скади, если вся команда сыпется? Дроу Рейнджер. Где этот Зизи Дота? 0-2-0. Это тот, кто с руки должен бить был больше всех. Пока что вообще никого не бьет. Все время встрет какие-то передряги, какие-то нелепые ситуации. То на хайграунд зайдут без вижена, то за угол зайдут, то подставятся под Магнуса. Стампит проюзали. Бегут все от Магнуса. Магнус ушел. Блинк, Скьюер ушел отсюда по добру, по здорову. Сразу 4 игрока команды Complexity близко. Понятное дело, что Магнус именно этого и хотел, чтобы как можно ближе было 4 игрока команды Complexity, чтобы ворваться и дать нормальный РП. И тут-то было. Кто у нас забирает руну? Руну у нас забирает... да никто у нас руну не забирает. Фамильяры ее убивают. Все очень просто. Complexity, именно партизаны доты, началось. Сами ни себе, ни людям. Руну не возьмем, руну задамажим. Никого убивать не будем, но и сами подставляться не будем. Разве что изредка 0-9. Хотя такой себе изредка. Каждые 2 минуты кто-то из команды Complexity подставляется. Mercy Please уже 4-0. Так, врыв у нас от Магнуса. Фамильяры летают, уходят у нас в леса. Здесь же и садятся. Beyond пушит Tower, Омега Паунер пушит Tower со стороны команды. А команды Complexity на топе драка началась. Развалили у нас Draw Ranger, развалили у нас Визажа. 0-11. Ничего вообще не может сделать команда Complexity. Вот это Void Boys разозлились. 0-11. Не единственной возможности вообще ответить. По золоту 4 в пользу Void Boys. По экспириенсу 3 с лишним в пользу Void Boys. Pet Soul отправился пушить Tower на нижнем лайне. Нет, напугал Тауэр своим грозным видом и ушел. Осталось Медузе только слиться. Флай у нас просветил. Но, скорее всего, Флай здесь и останется. Флая не отпустят, хотя можно свапнуться будет. Магнус прилетает сюда. Магнус у нас остановился. Риверс Полярити у Магнуса есть. Где Медуза? Медуза ушла через реку. Останавливают у нас Аннигилейта. Его разбирают. 12-0. Wake up. Complexity. Что-то не так. Что-то действительно пошло не так. Надо отсюда улетать. Свиндл Меланс. Он решил остаться. Зачем? Реверс Полярити имеется. Зачем ты здесь? Вот так вот. РП в Медузу. Медуза, возможно, и будет драться. А возможно, драка и не состоится. Хотя нет, наваливает Бьяну. Но здесь сразу 4 игрока команды. Но здесь и Флай все видит. Через Кьюер Медузу оттолкнули. Сбили ей ТП. Mercy Please врывается. Развалили Медузу. Хотя Медуза успела убить Вич Доктор. Нет, Вич Доктор у нас убивает кто-то другой. Визаж убивает у нас Вич Доктор. 13-1. Ужас. Просто ужас для команды Complexity. Но то, как они играют, в принципе, много вопросов вызывает. Почему-то разброд и шатание на карте происходит от команды Call. Никакой вменяемой реализации своего пика. Не вижу я фамильяров, которые под аурой дровки кого-то бы били. Ну, единственный Вич Доктор у нас погиб на миде. Я так понимаю, там фамильяры заковыряли.
У Магнуса уже имеется Блинк Даггер, уже есть Форстав. Медуза постепенно теряет свое преимущество. Всего лишь 550 отстает тролль, но Медузе еще 12 секунд быть в таверне. В это время Пэт Сол что-то дозаработает. Сэнджин Яша имеется, имеется Метрил Хаммер. Готовится выход в Блэк Кинг Бар от Пэт Сола. У Медузы Скади, у Медузы Яша. 1100 сверху на руках. Блэк Кинг Бар уже прилетел, и у визажа появляется Аганим. Где визаж насобирал себе Аганим, толком не понимаю, хотя 71 на 4 крипстат у него. Где все это делать, если вы умираете 13 раз? Вообще, как это? Откуда? Откуда у Скьюи деньги на Аганим? Что за соцспособие и гуманитарная помощь? Что вообще случилось? 71 на 4. Это лесные крипы? Кто вообще их танковал? Каким образом визаж насобирал себе на Аганим? Не понимаю. Ладно, пусть разбирается кто-нибудь другой. Ну что, Мерси Плис влетает у нас на Зизи Дота. Зизи Дота не может бить Блейд Мейл. Ну, тут после Блейд Мейла и под Батарея Саут вообще ничего не может. У нас Зизи Дота. Развалили у нас Кентавра. Но в это время убили Вич Доктора, убили. А также убили Клокверка. Примерз у нас к земле Магнус. Магнус делает блинкаут. Надо уходить отсюда. Правда, Скюр в КД. Форстав еще 9 секунд и 5 секунд до Даггера. Биян будет пытаться уйти, еще и руну заберет. Ну все, заходит на Рошана и упрыгивает отсюда как можно дальше. Куда отправился Магнус? Магнус отправился у нас наверх. Видят теперь Магнуса, понимают, где он. Сейчас фамильяры будут наваливать Магнусу, тут, правда, недолго. Биян уходит со скьюера. Ну и что? Потеряли Рошана, будет бой. Странно, вроде бы так хорошо себя чувствовали, вели. Флай здесь просветил, свапа не будет, наверное. Так, скьюи надо цеплять. Шоквейв туда, и очень сильно Скьюи бьет по Биану. Фамильяры должны его догрызть. Странно, 70 вроде бы. Так, полетела вот от Клокверка ракета, но это не в ту сторону. ВБ у нас здесь ловит Стомп. Также ловит еще и Дабл Эдж от Кентавра. Но здесь Мерси Плис должен развалиться. Не сильно бьют фамильяры, но очень часто бьют фамильяры. Также умирает у нас Вич Доктор. 7-15. Что за камбэк? И зачем этот камбэк? Для кого это вообще? Пэт Соул в это время разваливает визажа, а фамильяры по-прежнему летают. Да, очень битые, но живые. У Медузы 4000 на руках. Что это вообще происходит? 7-16. По-моему, камбэк постепенно организовался. Колы выходят вперед. Те, которые 1-13 шли. По экспириенсу тоже колы выходят вперед. Можно драться. Ух, вот это заполуночная дота. Что тут творится вообще? У Дроу Рейнджер 2600 на руках. Имеется Яша. Скорее всего, в Манта Стайл будет готовиться выход. Потому что... Ну, потому что Сэндж уже давным-давно можно было купить. Медуза отправляется на Эншентов. Медуза нормально бьет с руки. Уже есть у Медузы 230. С руки плюс сплэш плюс 4700. Будет ли это сейчас рапира? Есть ли смысл? Ох, было бы весело. Комплексити действительно могли бы затащить эту катку с данным артефактом. Но не знаю. Не знаю, хватит ли смелости. Хватит ли смелости у команды комплексити? Не знаю, тут смелость или безрассудство. Тут толком не объяснить. Но я просто хотел бы видеть рапиру. Потому что рапира это либо идем и сейчас носим, либо падаем. Отдаем рапиру и пишем GG. Тут такой вариант, иных вариантов не вижу. Зацепили у нас Фрика. Сфрик тоже разваливается. 7-17. Новые фамильяры для визажа. 1940 у нас у Скьюи. Откуда эти деньги вообще берутся? 3-4-3. 2000. Визаж вообще 6... 666 будет сейчас. Странно. Очень сильно нафармлен у нас визаж. Так, Мерси Плис готов, видимо, сражаться с Кьюи. Здесь фамильяры наваливают уже по Мерси. Есть у каждого попытка застанить. Проюзал у нас реверс полярити Магнус. Магнус моментально развалился. 8-17. Биян, он был на четвертом месте. Стоил дорого. По итогу забрали 590
и 416 потеряла команда Void Boys. 1000 графики на 1000 скользнули в сторону команды Call. Пока нет этого на графиках не отображено, но скоро появится. 2500 или даже 3500 выигрывает команда Complexity. Какая-то дикая ерунда и дикое развитие событий. Пять 600 на руках у Медузы. Что это будет? Либо это будет Butterfly ванкликом, либо... Ну, не знаю. Была бы рапира, вообще бы цены не было данному сложно выговариваемому персонажу. Я имею в виду, конечно же, ник Swindle Melons. Со старта можно не язык сломать, а мозги просто плавятся от такого количества букв. Что Омега Паунер? У Омега Паунера есть Аганим. Дальше ничего. Ни на что у нас не вырос. Вич Доктор, имеется Аганим, есть второго левела ульта. У Магнуса постепенно вырисовывается Блэк Кинг Бар. У Медузы появляется вот что. Что это за такое? Да и Далус появляется у Медузы. Не знаю зачем, не знаю почему. Кого Медуза решила удивить Дейдалусом, непонятно. Ну, хотя действительно удивительный артефакт, я имею в виду, ну, зачем именно Дейдалус, почему не Баттерфляй? Ладно, ладно, ладно. Может, они не понимают, что они уже выигрывают по золоту, и они уже гораздо сильнее, чем команда ВБ. Зизи Дота улетает у нас от Клокверка, хотя, я думаю, мог бы в соло развалить Клокверка. Но... Так, у нас провязали Стампид. БКБ у нас от Пэт Соло. Аннигилейт разваливается. Пока что минус один. Медуза начинает настреливать по спине Пэт Солу. Пэт Сол под Блэк Кинг Баром. Все. Замедлили Пэт Сола. Сфрик здесь. Цепляет Биана. У Биана реверс полярити есть. Можно попытаться его проюзать. Дезвард стоит. Умирает у нас Биан. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и Дейдалус. Вот и моя тухлая аналитика. Минус Аегис для Пэт Сола. Не цепляет у нас Медузу Пэт Сол. Скьюи зарабатывает даблкил в этом фраге. Вот откуда в этом файте. Вот откуда деньги у визажа. Да у него еще и гем прилетает. Форстаф есть. Аганим есть. Все имеется у визажа. Визаж вообще какая-то сумасшедшая птица. Он то ли продает старых фамильяров по современному курсу доллара, то еще что-то делает. Я то ли еще что-то делает, толком непонятно, откуда столько денег, не могу выяснить до сих пор. Что визажа по крипам? 78 на 4. Ну, так, открываем. 70 у Вич Доктора, но у него нет такой ерунды. Открываем Биян, у него 114, да и Биян, наверное, подешевле одет, чем визаж. Визаж просто какой-то пимп в данном матче. 1500 еще на руках у Скьюи. Круто, действительно круто. 11-19 счет, давайте графики посмотрим. Вот такой вот камбэк с 5000 проигранных до 5000 выигранных. То же самое по экспириенсу. Complexity постепенно выходят вперед. Чем дальше будут убивать? Разве что троллем. Ну, что тролль против Медузы? Медуза стоит в зоне недосягаемости. Тролль, даже если Reeling Access использует, Медуза стоит далеко, и Медуза не хочет даже подходить к троллю, да и у тролля возможности нет. Короче, Медуза не хочет, тролль не может. Тауэр начинает падать, но здесь под ДД плюс 342. Плюс, опять же, понимаете, криты, если пройдут. Под данным бафом, под данной руной, это минус 1, минус 2, 100%. Куда направились? На Магнуса. У Магнуса есть ПТ. У Магнуса есть ТП, а не ПТ. ТП, к счастью, у Магнуса нет, у него арканы. Сфрик уже в чужом лесе, лесу. Вся команда Complexity в чужом лесу, кроме Зизи Дота. Зизи Дота решил как-то что-то себе насобирать. 4000 на руках у него уже имеется. Теперь и страта начинает работать. Теперь работает страта касательно ауры от Draw Ranger. И мне кажется, вот это вот зеленое окошко надо реально прикрепить к данному скиллу. Не к ульте, а вот к данному скиллу. Проюзана эта ерунда. Говорю опять же об ауре. Надо убирать окошко зеленое тогда у Draw Ranger. Ну, это на будущее, и понятно, не моего общего ума дела. Ну ладно, переходим в файт. П
Пэтсола здесь цепляет. Медуза, Пэтсол, как побитая кошка, бежит отсюда. Пэтсолу сложно, Пэтсол фамильяров забрал, но это все от бессилия. Иначе и не скажешь. 6-2-3 у тролля на данный момент. 280 крипов, кстати, настреляла Медуза, она на первом месте. Все, 20 700. Медуза не контрится, если контрится, то только ПЛом. И то не верю, не верю. Медуза, конечно, серьезнейшая проблема после 30-й минуты. Опять же, это на первом месте Медуза, 21 000 против 17 от тролля. Не только чужой лес, еще и чужих хэншентов съедает команда Complexity. 11-19. Они по-прежнему позади, но это только по счету. По факту они намного сильнее теперь, чем свои соперники. По золоту видим 8008, наверное. По экспириенсу тоже 1006. Пользуюсь тех же Complexity. Так, напали у нас на Медузу. Реверс Полярити здесь. Но она под Стоунгейзом. Будет драться с Пэтсолом близко. Пэтсол примерз. Пэтсол очень сильно получает. Еще два удара. И Пэтсол у нас разваливается. Медуза готова дальше сражаться. Еще это нигилейт удар по Вич-доктору. Вич-доктор рассыпается. Флай у нас с Томпом ловит. Ну и Флай тоже, скорее всего, отъедет. Даже дабл эдж не получилось. Провязать у нас аннигилейту. Это минус 4. Единственный, кто выжил, это Магнус. Почему выжил? Потому что сделал вовремя тэп-аут. У Магнуса 2600. Имеется Огр Клаб. Что ты хочешь, Магнус, сделать? Неужели это будет Блэк Кинг Бар? Но здесь под Блэк Кинг Баром тролль уже показал, что это вообще не артефакты. Он не особенно помогает. С руки все бьют. Какой Блэк Кинг Бар к чертовой матери? Не знаю. Не знаю, не знаю. Никто Crimson Guard так и не собрал. Дэмэджа вносится физического огромное количество. Команда Complexity, которая проигрывала 0-13, заходит на хайграунд команды Void Boys и начинает разваливать сторону за стороной. Мид уже снесен. Топ тоже у нас падает. Тролля не будет еще 15 секунд. Все, развернулись, ушли. Void Boys, по-моему, доигрались. Кто там ставил рарочки? Кто там думал, что... У меня плохие новости для вас. Так, что нам написали? ПЛ не контрит Медузу. Все иллюзии сразу сгорают от Стоунгейза. Это если Стоунгейз проюзан на иллюзия. Если иллюзии использованы после Стоунгейза или нападение проходит подобным планом, там вы такие ситуации не рассматриваете, господа. Такое тоже бывает. Дота очень разнообразная игра. И тогда уже, если вдруг Стоунгейза не имеется, или вовремя напали, ну или после Стоунгейза, или вовремя напали, смогли Медузу как-то зацепить, там уже иллюзии быстренько мана-шилд разбивают. Тем более мы, понятное дело, что говорим о ПЛе, который носит с собой Diffusal Blade. Такая вот история. Команда Complexity вышла на Рошана, а бедняги Void Boys не могут выйти даже со своего хайграунда. Стоят под тауэром, жмутся друг об друга, трутся, греются, ничего не понятно, что делать. Void Boys реально глубоко-глубоко позади. 17 тысяч по золоту, 15 тысяч по экспириенсу. С 5 тысяч проигрыша. Хорошего такого проигрыша. 0-13 счет был. 15-19 сейчас. И вы понимаете прекрасно, что если Complexity сюда зайдут, то счет наверняка будет в их пользу. Ну или как минимум отставание будет гораздо меньше. Здесь уже когами пытаются отблочить крипов. Коги стоят, коги закончились. Кстати, что там за коги такие? Вот такие вот мистические коги. От Mercy Please. Заходит Медуза, начинает бить тавр. Все, тавр моментально сыпется. Хоть суицидься, хоть не суицидься. Стоунгейз включили. Фамильяры, дровка, все, упали тавра. Complexity отсюда уходят. Хорошо. Mercy Please влетел в кабана. Классно. Риверс Полярити у нас от Магнуса по двоим. Ну, посмотрим, теперь посмотрим. Медузу развалили, развалили. А также у нас... Развалили кентавра. Зизи Дота решил подраться с паунером. Естественно, не по шансам. Минус 3.
для Пэт Соло. Да это самое время начинать драться. У тебя нет ни одного тавера, ни одного барака. Дефать нечем. Самое время хорошо подраться. Ну, ГГВП, пишет команда Void Boys. Действительно, well played от Complexity. Поздравляю их. Они очень круто отыграли вторую игру. Даже несмотря на то, что она легла на усталость, на этот долгий день. Вот, Complexity зарабатывают 2 поинта в данном контесте. Секундочку, что там у них было? У Complexity было 5 игр, 0 выигранных. Вот теперь у них одна победа есть. Ну что, заканчиваем на сегодня все, что у нас имеется. Заканчиваем трансляцию. Напомню еще раз, у микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Не забывайте, перед выходом клацнуть на лайк данного твича. Это очень полезно и очень нужно для всех нас. Подписывайтесь на твич, это абсолютно бесплатно. Это, к тому же, совершенно не больно. Заходите в группу Игрокам ТВ, подписывайтесь. Ну и на YouTube тоже можете смело смотреть все воды. Join Dota MLG Pro League. Пока что, если никто не разбегается, не советую разбегаться. Сейчас я скажу в двух словах, что нас ожидает завтра. Завтра у нас в 11 сет. Получается плюс 1 Киев, плюс 2 Москва. По Киеву в 12, по Москве в 13.00. Рейв играет против Invasion. Там есть на кого поставить рарочки. MVP Феникс против Минески. Завтра играют в 15 по Москве, в 14 по Киеву. Ну и дальше ЕГЭ Complexity будут сражаться в 12 по Киеву и в час по Москве. Это уже будет ночью. Это будет ночью в 23 сет. ЕГЭ против Complexity, там будет интересно. ЕГЭ этих убили Void Boys в одной катке, а Complexity наказали Void Boys 2 раза. Поэтому сражение должно быть очень серьезное. Ждем, верим, надеемся, любим. Ну а дальше там уже день в день будем называть примерно, что ждет. Опять же, в группе наблюдаются анонсы, все имеется, все мы анонсируем в текстовом варианте, все есть в видео варианте. Заходите, подписывайтесь, ставите лайки. В общем, до скорой встречи. Меньше играйте в доту, больше читайте книгу. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Услышимся уже завтра.